Коронавирус смертельно опасен, и это не выдумка, а факт, с которым, к счастью, Дагестан в полной мере пока не столкнулся. И если сегодня нет новых случаев заражения COVID-19, успокаиваться рано, ведь, не забываем, 51 человек с первичным положительным тестом еще ждет окончательного результата. Все, что мы с вами можем сделать в этой ситуации, это поддержать врачей и без крайней необходимости не выходить из дома. К этому жители региона призывает все медицинское сообщество, которое знает о проблеме не понаслышке. Очень часто люди не понимают, почему сейчас вдруг начали бить в набат по поводу этого коронавируса. Многие его начинают сравнивать с обычным гриппом. Многие начинают говорить, что это искусственно созданная пандемия для того, чтобы загнать людей в рамки какого-то страха. Этого нет. Отличие коронавируса от обычного гриппа заключается только в том, что грипп чаще поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус поражает именно легкие. Именно поэтому коронавирус чаще осложняется пневмониями. В этом его сложность и в этом его опасность. К сожалению, не перестает возмущаться дагестанский народ, что нет масок, не хватает средств защиты. Да, мы это не скрываем, но этого мало не только в Дагестане. Этого мало везде во всем мире. И к этому нужно относиться к пониманию. Боль вызывает те СМИ, которые... Несмотря на то, что весь мир аплодирует врачам, старается поддержать их в этой трудной борьбе, еще больше натравливает людей на врачей, не помогая им, отвлекая их от работы. Поэтому я хотел бы призвать весь дагестанский народ, поддержите нас, оставайтесь просто дома, и больше от вас ничего не требуется.